Ночные страхи. Бегу я как-то недели две тому назад ночью. Ну так получилось. Не захотел все-таки пропускать тренировку и побежал где-то половина одиннадцатого вечера. Темно. Небо в тучах, естественно, отсвечивает от московских огней. Лес вокруг темный. Дождик накрапывает. И вдруг впереди я вижу вон ту далекую фигуру. Вроде кто-то мне навстречу идет. Ну так, думаю, интересно, какой же еще чудак, кроме меня, может бегать так. Но тем не менее бегу. Фигура все выше. Так чувствую, что такая достаточно мрачная. Но вот уберите весь этот дневной свет сегодняшний, а просто посмотрите моими глазами в темноте. Вот такая вот приближается ко мне фигура. Я думаю, бегу, страшно, но бегу. И потом уже секунд, через 30, начинаю соображать, что это же знакомая мне елка. Вот она. Вот так вот бегать по ночам.